А перед началом данного ролика хочу пожелать тебе приятного просмотра! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверкус, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Scrap Mechanic. Всем здорова, друзьяшки! В общем, ребят, сегодня у нас будет прикольное видео, суть которого заключается в том, что мы с Никитосом должны будем обустроить свои дома. Нам наш подписчик Виталий скинул вот такую прикольную карту. Смотрите, у нас здесь расположены вот такие вот прикольные предметы, которые мы в дальнейшем с Никитом поделим. В общем, ребят, смысл такой: кто круче обустроит вот такую комнатку, свой домик, тот и победил. Правила максимально простые. И Виталию, нашему подписчику, за эту карту огромное спасибо. Ну что ж, ребят, поставьте большой палец вверх. Ну а мы с Никитосом начинаем. Никит, предлагаю начать с полов. Смотри, у нас тут разный вид полов есть. Давай, братан. Какой ты хочешь? Деревянный, каменный или я, какой? Наверное, металлический? Возьму, братан. Слушай, он очень красивый. Он да, такой, пол шикарный. Не знаю, мягенький. Деревянный, мягенький. Кстати, ребят, нам можно здесь все красить. То есть, как бы по правилам, мы можем красить все в любой цвет. И это как бы можно все делать. Так, как бы мне аккуратненько приварить? Блин, Никит! Я, короче, приварил немножко неровно. Посмотри. Посмотри на пол. Да, у меня тоже так. И чё? Что будем делать? Ладно, так и оставим. Будет так, давай, знаешь, как, короче, смотри, лайфхак, лайфхак. Ну, потолок увеличим просто. Сломаем верхнюю эту штуку вот на. Предлагаю потолок некий сломать. Вторую штуку тоже сломаем. Какую вторую? Смотри, просто две штуки. А, все, нормально. Все. Да я захожу, все, у меня получилось. Сломал, да. Да. Все, красава. Смотри, давай начнем с раковины. Получается, и у тебя, и у меня есть по одной. Я взял себе одну, я взял левую некий. Так, куда бы поставить, ребят? Ну, я думаю, что, в принципе, вот здесь, вот, хорошо. Я поставил себе раковину. Никит, у нас один унитаз. Кому из нас достанется унитаз, братан? А? Кому из нас достанется унитаз? Я тебе даю возможность использовать унитаз, потому что... Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо. Там все равно есть, ребят, вроде душевая кабинка. Так, погоди, а как мне вот так вот... Блин, Никит, а я ж не смогу переварить, я просто тогда унитаз найду, ребят, короче, и поставлю, да? Так будет легче всем. Давай. Унитаз у меня, ребят, будет, конечно же, рядом с толчком. Точнее, рядом с умывальником. С толчком. Унитаз рядом с толчком. Лол, кайк. Кстати, ребят, нам можно красить это все. Да, я же говорил, да, уже, что можно любое, да, красить. Так, Никит, я беру тогда себе душевую кабинку или что? Как будем делить? У тебя ванна есть, да? Хорошо, спасибо. Там, кстати, еще есть какие-то... Что? Какое-то зерно, что ли? Я вот пока возьму комод вот этот вот. Зерно мне пока не надо, брат. Спасибо, конечно, но я пока как-нибудь без зерна обойдусь. Так, а что мне не приваривается? А-а-а, мне не хватает, Никит, мне надо потолок будет увеличивать. Я не могу поставить в душевую кабину из-за потолка. Ну, короче, ребят, потом сделаем потолок. Ничего страшного. Ну, чё, Никит, ты давай, бывает? Знаешь, как сделаем? Как? Давай сделаем такое правило. Когда ты поставил, вот да, ты приводил, нельзя менять все. Да, так по правилам, да. Это реально прикольно получается. Да. Я рандом приклеил эту штуку, и у меня там, ну... Да, ну, так, какие у нас и правила, ребят. Вот куда поставили, все, уже убирать оттуда не можем. Так, я, наверное, вот сюда поставлю. О! Что там такое, братан? Я потом посмотрю, я хочу реально потом посмотреть. Это потому что реально интрига жесткая. Убирать не можем, да? Все, как остается, так и остается, братан? Нет, не можем. Ай, блин, класс. Никит, это просто класс. Ты потом увидишь и поймешь, почему я смеялся. Блин, ё-моё. Никит, я так лоханулся, брат. А у меня один вопрос. А как взять... Цветок уронить сначала надо. Да, а мне вот эту вот штуку тоже надо уронить. Оп! Хорошо, классно. Блин, Никит, это реально угарно, ребят. Ставьте лайк, если вам нравятся вот такие вот прикольные, оригинальные, нестандартные режимы. Это прям мега прикольно. Никит, можно я возьму себе кровать мягкую? Ты не будешь против? Ну ладно, брат. Спасибо. Мне на самом деле очень сильно нравится видом вот эта вот кровать с, не знаю, с ящиками. Возможно, там есть бананы, знаешь, если как бы ночью сидишь такой. Ага. Кушать, ну, всегда такая жиза. Лайк, ставьте лайк, если жиза. Захотел кушать, взял такой. Жиза. Взял бананы, поел, это реально прикольно. Так, ну хотя бы кровать я могу нормально поставить. Да, класс, ё-моё. Потом, Никит, мы это все разукрасим. Мало вещей осталось, кстати. О, это ты мне оставил зеленую вот эту фигню, да, вот такую прикольную. Так, а как ее взять? Так.
А может ее просто через инвентарь, братан? И она же просто да ее не приварить. Возьми... А, какую? Вот зеленые кусты. Можно приварить. На Q тыкай и сможешь А, все, нашел, окей. Ой. Так, ее я, пожалуй, ребят, вот так. Блин. Красиво. Блин, Некит, у меня прикольно получается, я не знаю. Проблема? Ну? Чё? Смотри, вот подойди. Ну? Вот, понимаешь, да? Я как-то не мог видеть, как эта надпись будет располагаться. Точняк. Я, кстати, себе тоже возьму надпись. Так. Ситуация. Окей, сейчас попробуем, ребят, прицепить это. Окей. О, найс, у меня получилось ровно это все сделать. Некит, только потом, перед тем, как показать, реально разукрасим все это. Это будет реально весело. Конечно, брат. Так, вот сюда мы это поставим все дело. Так. Блин, на самом деле мало предметов, Некит. У меня еще очень много предметов осталось. Так, я вот забираю себе этот ящик, да? Я, травку возьму. Ой, тихо! Ну-ка. Стой. Ой, тихо. А ты две, да, травки взял? Тогда я заберу два зерна. Все, отлично. Тогда у меня два зерна. Так, в какую сторону, ребят, поставить? Вот так вот. Оп, ну в принципе неплохо, слушай. В принципе нормально. Так, убираем это. Блин, ну мне честно нравится. Мне надо еще потолок, братан, сделать. Так, это обдолбан очень сильно. Сейчас, а какой у нас потолок? Он из бетона или из чего, братан, сделан был? Так, сейчас забираемся наверх. Ну, вроде да. Потому что, ну, так. У меня не вмещалась ванна. Да? Ну, просто поставить один блок. Знаешь, как сделать? Ну-ну. Чисто под ванну такую штуку вырежешь, чтобы вообще прям спасти было. Ну ладно, я уже просто поставил. Короче, Некит, смотри, прикол. А, надо разукрасить. Не-не-не-не, погоди, надо разукрасить, братан. Ё-моё, ребят, забегаем. В принципе, Некит, у меня все уютно, у меня все шикарно, кроме одного. Я думаю, ты уже догадался, что я неправильно поставил. Хотя, если не догадался, то потом посмотришь. Это реально очень весело, ребят. Это просто капец как забавно. Так, я бы полочки покрасил. Это очень веселый режим, брат, реально. Так, крашу аккуратненько вот в этот цвет. Цветочек у нас, в принципе, можно покрасить тоже. Так, ящики. Блин, Некит, это реально угарно. Я хочу уже посмотреть, как у тебя все выглядит. Ты просто не представляешь, насколько мне интересно. Так, подушечка белая. Ой. Здесь у нас вот так вот, конечно же, покрасим. Блин, а вот это вот можно покрасить? Ага, вот так вот. Или даже вот так. Да. О, прикольно. Блин, только у меня стены нет немножко. Стены красить, кстати, мне очень интересно. Я вот не знаю, нам красить можно было только эти штучки или те штучки. Нет, мне кажется, потому что так будет красивее. Ну, гораздо прям красивее. Ну, так будет реально. Ну, не знаю. Ну, давай, в принципе, можно покрасить. Хотя меня устраивает полностью. Меня реально нечто устраивает полностью белые стены. Это реально прикольно. А вот потолок я разукрашу в прикольный, ребят, цвет. И кое-что добавлю, это будет реально забавно. Кстати, ты что? Ты тоже так хочешь? Ну ладно. Я тоже. Ну давай, давай. Блин, ребят, интересно, что там сделал Некит? Напишите в комментариях, как вы думаете, у кого получится круче. Хотя, Некит, я думаю, что у нас у обоих просто мега эпично. Так. А вот здесь вот... Мне тоже интересно, братан. Вот прям очень сильно интересно, что у тебя вышло не так. Потому что у меня, на самом деле, косяков много, но они добавляют какой-то... не знаю... Прикольно выглядит, типа, да? Прикольный интерьер, очень прикольный интерьер. Ну ладно, ладно, потом посмотрю. У меня прям один косяк прям нереально жесткий, ё-моё. Прям капец, так, вот здесь вот не хватает. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, что я сейчас делаю, кто уже догадался, это реально очень забавно. Я не знаю, Ник, ты сможешь догадаться или нет, хотя это, в принципе, не сложно. В принципе, нормально, я думаю, все догадались. Как-то надпись у тебя. Нет! Косячь-то. Нет! Ай, братан. Ну, чё? Знаешь, давай протестим интуицию наших подписчиков. Так. Вот, ребят, вот как вы думаете, так. Что у Овера пошло не так? И что у меня пошло не так? Да, пишите, ребят, ну, у меня под видео напишите, что у Некита не так произошло, а у него на видосе пишите, что я неправильно поставил. Некит, ну я предлагаю, слушай, уже обменяться впечатлениями. Давай я сначала посмотрю твой домик. Погоди. А ты посмотришь мой. Штрих, просто так, маленький штрих. Давай, но я пока бегу к тебе, братан. Все, можешь, братан, заходить. Так, конечно. Ну, давайте, вот, ребят, вот экскурсию. Боже, ты что? Ты что? Ребят, обратите внимание на потолок! Это облака и небо? Это облака и небо? Да. О, боже мой, Некит, ты такой оригинальный, прям как я. Ё-моё, ребят, я не ожидал, Некит, у меня такие же облака и похожее небо. Ну ладно, смотри, так, что у тебя не так пошло? Что не так-то? Что не так-то? Ну, подумай, что раковина немножко за шкафом, ну и ничего, ванна нормально стоит.
А чё не так-то? А, ну понял, понял. А чё не так-то? Раковина за шкафом. Ну и всё? Надпись ещё кривая. А, и всё? И это всё? Ну слушайте, ребят, напишите в комментариях, как вам комната Никита, как по мне, реально прикольно, красиво выглядит. Ну ладно, братишка, пойдём посмотрим, чё я сделал. Это реально тоже забавно. Давай, я сейчас вылезу. Так, забегай и посмотри, посмотри на потолок, братан. Это у меня облака. Это у меня такие же облака. Вот у меня, короче, домик. Тут можно поспать. И понял, где душевая кабина, Никит? Понял? Понял? А, вот тут. Туда не зайти. Туда реально не зайти. Ну, а так, в принципе, красиво, да? Сломать? Очень красиво. Братан, я не знаю почему, но мне это напоминает какой-то, знаешь, туалет, за который надо платить деньги. Вот ну, наверное, да. Помню, блин, единственное, Никит, с чего я просто до сих пор удивляюсь, это с того, что мы небо сделали одинаково потолок. Вот это реально здорово. Ну что ж, ребят, напишите в комментариях, какой домик вам понравился больше всего. Если мой, напишите единичку, если Никитоса, напишите двоечку. Ну а на этом наш ролик подходит к концу. Обязательно поставьте большой палец вверх, не забудьте подписаться на все наши каналы. На Никитос подпишите, ссылочка на него будет в описании. Также, друзья, если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «ремонт». Узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет, не забывайте оставлять просто положительный комментарий. Чем больше положительных комментов вы напишите, тем больше шанс попасть в следующий ролик, лучший комментарий, либо получить от меня лайк. В комментариях. Ну а с вами сегодня были Оверкус. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте и пока-пока. Пока, друзьяшки.